Вот и прошли последние жаркие летние выходные. А на смену им пришла прекрасная чудесная пора – осень, которую Жердевка встретила по-особому. 12 сентября на центральной площади города прошел первый за долгое время концерт. Сегодня мы собрались на главной площади города, где на данный момент проходит репетиция группы All Stars. А через полчаса начнется праздничный концерт под звуки падающей листвы, где гости после долгого карантина смогут насладиться живой музыкой и приятным вечером. Торжественный вечер начался с награждения участников конкурса «Я талант», которых пришли поздравить с победой и вручить заслуженные подарки глава администрации Жердевского района Александр Быков и председатель районного совета народных депутатов Сергей Саблин. По итогам конкурса третье место занял Дмитрий Саблин, который исполнил кавер-композицию на песню Дункана Лоуренса «Аркейд». Второе место занял Фарид Алиев, который продемонстрировал свой талант в направлении журналистики. Первое место заняла Екатерина Типых с переделанной версией французской композиции. После награждения ребята выступили для гостей вечера со своими музыкальными номерами, которые принесли им победу в данном конкурсе. После разогрева публики началась самая динамичная и драйвовая часть концерта, а именно выступление музыкальной группы из Воронежа. Первым выступил кавер-бенд Hot Dogs, ранее группа Бали. Молодые парни в кожаных куртках, с электрогитарой в руках и барабанами за спиной, моментально влюбили в себя публику. Низкий мужской голос и непередаваемая атмосфера окутали площадь. Ребята исполнили несколько каверов на все известные хиты 2000-х и 90-х годов. Зрители активно подпевали каждой новой композиции, удивляя выступающих своей заряженной энергетикой. Следующий музыкальный коллектив жердевцы знали не понаслышке, ведь он уже был в наших краях по названием All Stars и зажигал на сцене города. На этот раз он приехал под названием Bananas и снова покорил сердца гостей концерта ритмичной и популярной на сегодняшний день музыкой. Две обворожительные девушки и не менее прекрасный солист на сцене уже 8 лет и знают, как завести даже самую тихую толпу. Под каждую композицию публика выкладывалась на максимум. Все дружно подпевали каждой песне и танцевали, как в последний раз. Вся площадь стала единым целым, полной энергии и исключительно положительных эмоций. Оно и неудивительно, ведь ребята из Bananas постоянно взаимодействовали со зрителем, разговаривали, шутили, вместе танцевали.
Время пролетело неправдоподобно быстро. Но все же этот громкий, подвижный, будоражащий кровь концерт останется надолго в памяти жердевцев. Как отметил участник кавер-группы «Бананас» Игорь Зайцев, публика в Жердевке самая лучшая, самая крутая. Таких зрителей, как здесь, мы мало где встречаем. Это очень ценно. Мы вас любим и, надеюсь, мы увидимся с вами еще не раз. Добрый вечер, Жердевка!